Здравствуйте, коллеги. К нам на площадку поступила машина Дупла-21С. Это дупликатор А4 формата с протяжным сканером. Вот в таком состоянии сейчас эта техника находится. По визуальному осмотру она простаивала какое-то продолжительное время. Раскатный цилиндр заблокирован. То есть он не свободен, не вынимает. Общая картина вам ясна, понятна. После того, как мы проведем все необходимые ремонтные работы, я сниму видео и покажу, что мы делаем из таких машин, как мы заставляем их работать. Если у вас есть потребность в качественном обслуживании, запасных частях, комплектующих, ремонте, пожалуйста, обращайтесь. Всегда будем рады помочь.